кем пойти работать после университета, чем заниматься, как достичь успеха. На эти многие другие вопросы были даны ответы на 7-й серии проекта «Мост». Проект «Мост» — серия встреч выдающихся выпускников со студентами КФУ. Выпускники представляют различные сферы жизни — бизнес-управление, творчество, спорт, лайфстайл. У каждого есть своя уникальная история, которой он готов поделиться со всеми, кто учится в стенах «Альма-Матер». Данное мероприятие организовано для того, чтобы познакомить наших студентов со студентами-выпускниками. Это те студенты, которые уже стали успешными, что-то добились в жизни. Они расскажут о своей деятельности, что они делали после выпуска нашего университета. Например, перед студентами выступил выпускник юридического факультета КФУ, ныне заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Герман Лернер. Он рассказал, как за 2 недели встретил 50 международных делегаций и, по его словам, почти жил в аэропорту. Еще о 4 правилах достижения успеха рассказал директор первой татарской сети быстрого питания тюбетей Султан Сафин. Он поделился своей автобиографией и рассказал про путешествия в студенческие времена. Также студенты заслушали выступление директора по маркетингу американской компании Йор Агора в России, которая написала книгу о татарской национальной кухне хатирея, и биотехнолога, магистранта инженерного института КФУ, который придумал инновационную систему для чистки зубов. Адель Шамилова, Зуфар Галимов, Виолетта Басова, Универньюз.